Вирусы атакуют нас не только зимой. В марте и апреле погода меняется чуть ли не каждый день, ослабляя наш организм и снижая иммунитет. Поэтому, если вы хотите защититься от возможных простудных заболеваний, досмотрите наше видео до конца, ведь в нем мы расскажем о натуральном средстве, которое способно помочь в данной ситуации. Эта целебная смесь готовится на основе яблок, моркови, меда и грецких орехов. Рецепт ее очень простой. 5 яблок среднего размера моем и нарезаем на дольки. 6 небольших морковок очищаем от кожуры и также измельчаем. Подготовленные яблоки и корнеплоды перемалываем в блендере вместе с горсткой грецких орехов до получения однородной массы. Перекладываем полученную смесь в стеклянную банку. Добавляем 2 столовые ложки меда и тщательно перемешиваем. Готовое средство принимаем ежедневно по 1 столовой ложке в течение 1 месяца. Один курс подобной терапии поможет решить множество проблем. Такая смесь значительно повысит защитные силы организма, нормализует работу органов пищеварения, улучшит остроту зрения, восстановит память, защитит сердце, укрепит стенки сосудов, предотвратит развитие раковых заболеваний, уничтожит вредоносные бактерии и грибки, благотворно повлияет на состояние кожи, волос и ногтей, устранит бессонницу и снизит уровень плохого холестерина в крови. Приобретая товары по нашим ссылкам в магазинах наших партнеров, вы получаете лучшую цену и помогаете развитию канала. Переходите по ссылкам в описании и заказывайте все необходимое. Стараемся и работаем для вас.